приветствовать здесь всех тех, кто в эти мгновения уже готов конвертировать свои знания в деньги. Мое первое задание уже появляется на экране вашего телевизора. Мы видим с вами буквенную змейку. Вам предстоит ее распутать. И 7000 рублей я предлагаю тому, кто это сделает первым. Вам сейчас необходимо внимательно рассмотреть данную змейку и выбрать первую заглавную букву. И именно от нее нужно перемещаться только в 4 направлениях. Или влево, или вправо, или вверх, или вниз. Но ни в коем случае не по диагонали. Я прекрасно понимаю, что сейчас вам будет совсем непросто найти здесь победный вариант ответа, но тем не менее это того стоит. Я предлагаю вашему вниманию задание, за которое предлагаю 7000 рублей. И когда вы найдете слово, и вы его сами перепроверите, вам необходимо срочно врываться в прямой эфир. Сделать это очень легко и просто. 0948 – номер телефона моей программы. Именно эти 4 цифры вам необходимо набрать на вашем мобильном телефоне. Но до тех пор, пока вы ничего здесь не нашли в данной змейке, в прямой эфир звонить не нужно, потому что все это безрезультатно. Деньги я вручаю только за победную версию, которая скрывается вот здесь, среди этих букв и линий. Я недаром сейчас обратила ваше внимание на то, что здесь есть еще и линии желтого цвета, потому что именно данные составляющие всегда указывают вам на принцип змейки. Они являются вашими ориентирами, поэтому сейчас будьте максимально сконцентрированы только на каком-то одном задании и, естественно, добивайтесь своего, шагая к своей победе до самого конца. Влево, вправо, вверх или вниз. Все, другого здесь не дано. Как только вы начинаете перемещаться по диагонали или начинаете вашу версию более того составлять, то, естественно, такой вариант ответа победным являться не будет. А 7000 я предлагаю самому умному, внимательному, сконцентрированному и сообразительному телезрителю. Если вы себя таковым считаете, нужно взять инициативу в свои руки и доказать всем окружающим и, конечно же, себе, что вы способны на многое. Сразу вам скажу, что на сегодня я приготовила для вас очень много увлекательных заданий. Но как скоро мы к ним перейдем и вообще сколько из них мы успеем выполнить, решать только вам. Поэтому делайте выводы. Чем раньше мы выполним первое задание, тем больше драгоценных мгновений нам с вами останется на выполнение каждого моего последующего, заметьте, не менее интересного, не менее денежного, но только более сложного задания. Не поймите меня неправильно, я не пытаюсь сейчас чем-то вас напугать, я просто говорю о том, что дальше легче ни в коем случае не будет. Здесь вам необходимо разминаться, тренироваться, я бы даже сказала репетировать, и таким образом вы сумеете добиться своего успеха. 0948. Именно эти 4 цифры отделяют вас от вашей победы. И неважно, в какой точке Российской Федерации вы сейчас находитесь, из какого города или, может быть, населенного пункта вы мне звоните, неважно даже с какого сотового оператора. Все это мелочи. Главное, чтобы в вашей голове сейчас были светлые мысли по поводу этого задания. И чтобы вы понимали, что вы сейчас шагали от начала и до самого конца только по правилам, вы все сделали грамотно, и ваша версия, скорее всего, будет являться победной. Вы заработаете 7000, ну а дальше уже дело ваше. Может быть, вы будете свои другие дела выполнять, а может быть, вот именно сейчас, в эти мгновения, вы продолжите свой путь к победе. Будете выполнять и мое второе, третье, четвертое, пятое и так далее. Заданий приготовлено очень много, поэтому расслабляться ни в коем случае не нужно. Нужно всегда ставить перед собой новые и новые цели, и эти цели реализовывать в жизни. Я желаю сейчас вам успехов, желаю вам терпения. Почему терпение? Да потому что вот в этом задании целых 9 букв, и вам сейчас необходимо попробовать начать буквально с каждой читать победный вариант ответа. Допустим, начали с буквы А. Хорошо. От нее можно перемещаться только в 2 направлениях. Или пойти вверх к букве Р, или, может быть, пойти влево к букве Д. Другого здесь не дано. Если вы перемещаетесь как-то по-другому или шагаете по диагонали, сразу знайте, такой вариант ответа победным являться не будет. И нет никакого смысла с такой версией врываться в прямой эфир. Мое слово, которое является победным, оно цельное. И оно читается здесь от начала и до самого конца. Поэтому сами себя, пожалуйста, перепроверяйте, прежде чем набрать номер телефона прямого эфира.
Нет, я, конечно, не спорю по поводу того, что ваш телефонный звонок играет немаловажную роль в вашей победе, но все-таки прежде всего нужно внимательно рассмотреть эту змейку, найти слово, от начала и до конца проверить свой вариант ответа и только тогда уже совершать самое простое и самое легкое из того, что вы уже сделали. Брать в руки мобильный телефон и набирать 4 цифры 0948. Здравствуйте, вы в эфире, ваша версия, говорите. Кадр. Так, слово «кадр». Ну, к сожалению, версия ваша не читается, потому что вижу я букву «К», вижу букву «А», букву «Д» и букву «Р». Ну, вот буквально почти все отдельно, кроме буквы «А» и буквы «Д». Но вот их вы соединили по правилам, по принципу змейки. Но, тем не менее, за какие-то слоги, за какие-то кусочки варианта я не могу сейчас вас как-то поблагодарить, вас поздравить чем-либо. Я вручаю деньги только за победную версию. Поэтому свои старания, свое внимание, свою концентрацию вам необходимо все-таки для начала направить на прочтение правил этого задания. Найдите слово, я подчеркиваю, именно найдите, перемещаясь только по принципу змейки. Поэтому начинайте ваш путь к победе с самого начала, может быть, с той же самой буквы, возможно, с другой буквы, но вот скакать через букву или двигаться по диагонали ни в коем случае не нужно. Это ваша возможность пополнить свой семейный бюджет. Поэтому задумайтесь о том, какое же слово является победным. Какой вариант пока еще, увы, не прозвучал в прямом эфире моей программы. 7000 предлагаю именно вам. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте. Это Саня. Сани. Версия не победная. Увы, но с первой буквы на вторую вижу сразу ваш скачок. С буквы «С» на букву «А». Дальше что вы сделали? С буквы «А» переместились на букву «Н». И вот последние две буквы вы прочитали уже по правилам. Но еще раз подчеркиваю, две буквы, три буквы вашего варианта – это еще не победа. Мой вариант, он цельный, и он читается от начала и до самого конца. Поэтому сейчас все-таки попытайтесь заново взять себя в руки. Я понимаю, что есть, конечно, разные люди. Кто-то после совершения ошибки отчаивается, расстраивается и больше ничего решает не предпринимать. Но я верю в то, что вы не такие, что вы сейчас сумеете взять себя в руки, вы попробуете найти здесь новую версию и в следующий раз уже смело наберете 0948, чтобы огласить здесь на всю страну свой победный вариант ответа. Тогда я, в свою очередь, вашу версию внимательно, опять же, перепроверю и с огромным удовольствием вам вручу эти 7000 рублей. И только тогда я смогу вашему вниманию представить задание под номером 2. Оно увлекательное, оно интересное, об этом я уже вам говорила. Заметьте, оно не менее денежное, но только более сложное. Поэтому здесь, в первом задании, которое является разминочным, вам необходимо тренироваться, набираться некого опыта, чтобы потом уже в ближайшем будущем перед сложностями вы не спасовали, а наоборот, всегда повышали уровень своих знаний и осознавали, что вы способны на многое. Влево, вправо, вверх или вниз. Все, другого здесь не дано. Нельзя шагать ни по диагонали, не перемещайтесь хаотично и не меняйте местами данные составляющие этой змейки, потому что они здесь именно в том порядке, в котором их необходимо прочесть. Но все-таки самое сложное в данной головоломке – это определиться с выбором заглавной буквы. И заметьте, что ей может являться, ну, вот буквально любая из 9. Начинайте с буквы «А». Мы ее, кстати, уже разобрали подробно. Начинайте с буквы «Р», с буквы «К» и так далее. Но вот за рамки этой змейки выходить ни в коем случае не нужно. Надеюсь, что правила задания вы осознали. А может быть, кто-то из вас уже прочитал победный вариант ответа. Тогда чего вы ждете? Я не понимаю, может быть, какого-то удобного волшебного момента, может быть, какой-то направляющий от меня. Но удобных моментов в моем шоу не существует. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте. Алло. Алло. Это, по-моему, удар. Так, давайте посмотрим вместе. Ну, ваш удар считается, конечно, но не за это слово я предлагаю 7000 рублей. Я попрошу сейчас вас меня услышать и осознать, что здесь вам необходимо четким, громким голосом обозначить свой вариант ответа. Рассказать мне, какое же слово является победным. Вы сейчас, конечно, постарались, вы применили на практике грамотно данный принцип змейки. Но, тем не менее, не за слово
слово «удар» я предлагаю моему первому на сегодня победителю эти 7000 рублей. Так вот подумайте, какое же другое слово можно точно так же найти по всем правилам этого задания? Подумали? Применили заново принцип змейки на практике? Пожалуйста, врывайтесь заново в прямой эфир 0948. Набирайте именно эти 4 цифры на вашем мобильном телефоне. И когда я у вас спрошу уже о вашей новой версии, несомненно, вы расскажете мне только о победном варианте ответа. Я подчеркиваю, что я ни в коем случае не ограничиваю ни ваше появление здесь, ни ваши победы. Но со всеми бывает, может быть, вы сейчас на кого-то или на что-то отвлеклись, может быть, задумались и назвали здесь не то слово, которое хотели назвать. Но со всеми бывает, разволновались, может быть. Я все это прекрасно осознаю, поэтому жду вас здесь с новым вариантом ответа и надеюсь, что вы сумеете его здесь обозначить четко и ясно. Влево, вправо, вверх, вниз, но ни в коем случае не по диагонали. Только так может двигаться ваша змейка, и никак иначе, пожалуйста, больше не перемещайтесь. Меня радует ваша активность, а сейчас в программе звучат версии, но, к большому сожалению, пока еще победный вариант здесь не прозвучал. А у вас имеются правила на экране. Найдите слово, я подчеркиваю, именно найдите, а не составьте. Далее возникает вопрос, как искать это слово, двигаясь только по принципу змейки. Вот в этом задании также есть еще и линии желтого цвета, поэтому вам необходимо всегда ориентироваться только по этим желтым мостикам. Если вы прошлись мимо данной составляющей, вы перешагнули через букву или, может быть, где-то в полете просто поменяли ваше направление, дорисовав новую линию. Ничего хорошего из данной версии точно не получится. Так вот зачем же самому себе вставлять палки в колеса, когда можно прийти к победному варианту ответа, перемещаясь строго под прямым углом? То влево, то вправо, то вверх, то вниз. Используя эти направления, вы обязательно прочитаете то слово, которое я от вас хочу услышать. Ну а далее я уже неоднократно повторяла, что вам останется самое легкое и самое простое – набрать 0948 на вашем мобильном телефоне. Вы тогда сумеете заработать эти 7000 и, пожалуйста, шагайте дальше. Может быть, вы сумеете заработать деньги еще и во втором, и в третьем, и в четвертом заданиях. Я не знаю, на что вы сейчас рассчитываете, но я точно понимаю, что вот деньги вот в этом задании вы точно сумеете заработать. Так вот, зарабатывайте. Влево, вправо, вверх или вниз. По-другому двигаться ни в коем случае нельзя. У вас есть возможность заработать эту сумму. У вас есть сейчас на экране само задание. У вас есть правила этого задания, еще раз повторяю. И у вас также есть способ связи со мной. Он нигде не скрыт. Я всегда повторяю вам, что нужно набрать на вашем мобильном телефоне. 4 цифры, короткий, простой номер 0948. И когда я у вас спрашиваю о вашем варианте ответа, вам необходимо уже четко и ясно осознавать, что ваша версия не составлена, что вы заранее подготовились к этому появлению у меня в шоу и готовы назвать мне, несомненно, то слово, которое вы прочитали от начала и до самого конца. За эту победную версию я вручу вам 7000 рублей, и только тогда мы уже сможем двигаться дальше, выполняя каждое мое последующее задание. Я неоднократно уже подчеркивала, что все задания будут только усложняться, поэтому давайте как можно скорее разберемся с разминкой, чтобы у нас была возможность сегодня успеть выполнить абсолютно все мои задания. И я уверена, что мы все это успеем сделать. Главное, чтобы вы были сконцентрированы максимально только на каком-то одном деле. Какое слово вам удалось прочесть? Расскажите. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, давайте посмотрим вместе. К сожалению, ваша версия не читается, увы. А тому, кто прочитает и назовет мне победный вариант ответа, я вручу 7500 рублей. Вот опять же, я вас похвалила, конечно, но, с другой стороны, вы опять же начали почему-то составлять ваши версии. Слово «удар» прочитали по всем правилам моего задания. Но эта версия не являлась победной, потому что данная змейка запутана так хитро, что здесь, вот в этой головоломке, можно прочесть не одно слово, а несколько, но по меньшей мере два точно. Слово «удар» и еще победный вариант ответа. Так вот сейчас, больше ничего не составляя, возьмите за ориентир данную версию и попробуйте точно так же отыскать какое-то новое слово. И я не сомневаюсь, что у вас все обязательно получится, потому что слово, которое здесь находится в данной змейке, оно вам точно прекрасно знакомо. Ищите его от начала и до самого конца.
7500 рублей. Предлагаю моему первому на сегодня победителю. И сейчас на вашем экране есть абсолютно все, чтобы в этот момент именно вы заработали данную сумму. Ну а самый-то главный ресурс по достижению вашей цели, он скрывается в вашей голове. Это ваш безграничный интеллектуальный потенциал. Я думаю, что вы человек, не обделенный интеллектом, и этот человек, конечно же, не должен ни на секунду переставать развиваться и идти вперед. Поэтому даже если вы сейчас допустили ошибку, ничего страшного в этом не произошло. Потому что все мы люди, иногда мы ошибаемся, и даже великие гении и ученые тоже допускали ошибки. Но суть в том, что они находили в себе силы и исправляли свои недочеты. Вам тоже здесь необходимо обратить еще более пристальное внимание на эту буквенную змейку и понять, с какой же буквы лучше всего начать читать победный вариант ответа. Влево, вправо, вверх, вниз, но ни в коем случае не по диагонали. Вот так двигается змейка. И казалось бы, что вот правила, может быть, вам всем и понятны. Но до конца применить на конкретных буквах и линиях вот эти правила никто пока еще не смог. Здравствуйте, какое слово нашли вы? Говорите. Девушка, знаете, видела слово «урна». «Урна». Версия непобедная, увы. Но с буквы «у» вы тут же скачете на букву «р». Все. В итоге ничего хорошего у вас не получилось. И то, что, может быть, вы какие-то слоги отыскали, может быть, какие-то части вашего варианта, это никак не повлияло на вашу победу. Все равно версия составлена. Если вы сейчас читаете свой вариант почти полностью, ну, допустим, с четвертой буквы на пятую, перескакиваете по диагонали, и вы думаете, что я этого, может быть, не замечу. Нет, я замечаю все ваши ошибки, потому что я всегда очень пристально и внимательно ваши варианты перепроверяю. И я хочу, чтобы вы сейчас еще чуть более серьезнее относились ко всем условиям, которые всегда представлены здесь, на экране вашего телевизора. Найдите слово, двигаясь только по принципу змейки. Что такое змейка? Еще раз повторяю, это движение только в четырех направлениях. Или вы шагаете влево, или шагаете вправо, или вверх, или вниз. Другого просто не дано. Вы же здесь начинаете выдумывать какие-то новые правила, шагаете по диагонали, шагаете через букву. Ну а зачем пустая трата времени, когда время в моем шоу – это деньги. Деньги, которые вы можете заработать, причем неоднократно. Во-первых, вот в этом задании, а потом уже дело ваше. Либо вот этим заработком вы себя ограничите, или, может быть, вы перед собой поставите новую цель и заработаете деньги еще и во втором, и в третьем, и в четвертом моих заданиях. Их на сегодня приготовлено очень много. Даже не переживайте. Для каждого из вас хватит моих головоломок. Главное, чтобы вы сейчас были максимально сконцентрированы только на каком-то одном деле. Ведь если вас кто-то или что-то отвлекает, вы же понимаете, что все эти моменты, они являются факторами ваших ошибок. А чтобы все сделать идеально, чтобы прочесть слово от начала и до самого конца, вам необходимо полностью всего себя направить только на поиск победного варианта ответа, ни на что больше не отвлекаясь. Влево, вправо, вверх, вниз. Но ни в коем случае не по диагонали. Только так может двигаться ваша змейка. 7500 рублей я предлагаю моему первому на сегодня победителю. И я надеюсь, что этот человек в ближайшее мгновение появится в прямом эфире моей программы. Потому что нам уже пора двигаться дальше. Я рассчитывала, что с разминочным заданием мы уже в ближайшее мгновение сумеем разобраться. Так называйте здесь свою версию. Ни в коем случае не молчите. И вот сейчас расскажите мне, наконец, какое слово является победным, чтобы вашей победой завершилось мое первое задание. Какой вариант отыскали вы? Здравствуйте. Алло. Девушка, мое слово «рука». «Рука». Не читается ваша версия. К сожалению, вы начали с буквы «Р». А от этой буквы, обращая ваше внимание, вы могли шагать только в трех направлениях. Или вверх к букве «К», или вниз к букве «А», или перемещаетесь влево к букве «Г». Все. Другого здесь не дано. Вы зачем-то шагнули к букве «У», потом от буквы «У» в другой угол к букве «К» и к букве «А». То есть буквально все по кусочкам вы собрали. И еще раз подчеркиваю, если вы к нам только что присоединились, что мое слово, оно читается от начала и до самого конца. Каких-то пробелов, каких-то пунктиров быть в вашем варианте абсолютно не должно. И то, что сейчас я вам сообщаю, то, что я пытаюсь до вас донести, это очень ценная информация, которая поможет вам прийти к победе. 7500 рублей я предлагаю именно вам.
И вот эти деньги я вручу не за просто так, а только за победную версию. Потому что пока еще все те варианты, которые были названы, кроме слова «удар», они меня абсолютно не радовали. Они меня расстраивали, но я-то знаю, что вы на многое способны. Я прекрасно понимаю, что тот человек, у которого есть конкретная четкая цель, и он желает к ней прийти, то, естественно, он своего добьется. Если вы именно такой человек, в эти мгновения вы, не покладая рук, стараетесь и ищете победный вариант ответа, то, естественно, это задание увенчается только вашей победой. Я в этом даже не сомневаюсь. 0948. Эти четыре цифры отделяют вас от вашей победы. Так расскажите мне, какое слово здесь является победной, чтобы я именно вам вручила эти 7500 рублей. Я считаю, что сумма довольно приличная за выполнение первого задания. Но вот кто станет моим первым победителем, я не знаю. Может быть, это будете именно вы. Но если сейчас вы медлите, или вы просто решили чего-то подождать, какого-то более легкого задания, то даже не сомневайтесь, эти деньги заработает ваш конкурент. Да, я думаю, что помимо вас кто-то еще выполняет это задание. И тот человек, который уже захотел заработать деньги, обязательно к своей цели придет. Если это вы, набирайте 0948 на вашем мобильном телефоне. Если пока еще вы здесь ничего не нашли, продолжайте ваши поиски до тех пор, пока вашему взору не подастся именно та самая победная версия, и только тогда уже вы сумеете озвучить свой вариант здесь, в прямом эфире. Потому что телефонный звонок может совершить каждый совершеннолетний человек. Ну а вот найти слово здесь в этом задании способен далеко не любой, не каждый. Какой вариант отыскали вы? Здравствуйте. Алло. Я думал, вы загадали градусник. Градусник? Конечно, это и есть победный вариант. Вы это все абсолютно точно сделали. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Аля. Очень приятно. Откуда позвонили? Именно к вам отправляются 7500 рублей. Мы двигаемся дальше, и второе задание уже появляется на экране вашего телевизора. Мы видим с вами буквенный клубок, вам предстоит его распутать. Тому, кто это сделает, я с огромным удовольствием вручу 8000 рублей. Я прошу вас, чтобы вы сразу же меня услышали и поняли, что здесь вам необходимо действовать точно так же, как вы действовали в первом задании. Но, естественно, еще нужно шагать даже по диагонали. Поэтому будьте, пожалуйста, сейчас внимательно, шагайте и влево, и вправо, и по диагонали. Но вот вверх и вниз, кстати говоря, в этом клубке двигаться ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно сейчас также выбрать внимательно первую заглавную букву и от нее двигаться только в тех направлениях, на которые вам указывают желтые линии. Влево, вправо или по диагонали. Номер телефона программы ни в коем случае не изменился. Он всегда указан здесь, в нижнем левом углу экрана вашего телевизора. 0948. Я несказанно рада, что в моем шоу уже появился первый победитель. Это отличный результат. Надеюсь, что и в этом задании мы тоже слишком долго задерживаться не будем. Потому что задание выполнимо. Слово, которое здесь скрывается, оно тоже всем вам прекрасно знакомо. Но опять же, найти его сумеет далеко не каждый человек. Перед вами 10 букв, чуть больше линий. И я согласна, что нелегко выбрать даже ту самую отправную точку, от которой вы начнете свой путь к победе. Но, тем не менее, это сделать необходимо. Если у вас какой-то одной буквы не получилось вашу версию дочитать до конца, ничего страшного. Отчаиваться, переживать ни в коем случае не стоит. Здесь 10 букв, напомню вам. И вот буквально любая из них может являться заглавной буквой победного варианта ответа. Начинайте с другой буквы, со второй, я не знаю, с третьей, с четвертой, с пятой, но опускать руки до тех пор, пока вы не отыщете победный вариант ответа, ни в коем случае не нужно. Вы можете многое, и я уже говорила неоднократно, что на сегодня для вас приготовлено очень много увлекательных и интересных заданий. Мы взяли, я считаю, отличный темп, поэтому надеюсь, что в этом темпе мы будем двигаться по каждой моей головоломке. И с этим заданием справимся и пойдем дальше, к третьему, к четвертому, к пятому и к шестому. Но вот я опять же забегаю вперед, быстро очень, потому что хочу, чтобы вы сейчас набрались терпения, чтобы вы взяли себя в руки и максимально грамотно рассмотрели данный буквенный клубок.
влево, вправо или по диагонали. Только так можно перемещаться вот в этом задании. По-другому двигаться ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что вам сейчас трудно, понимаю, что, может быть, у вас был непростой день сегодня, но ведь я предлагаю вам деньги. Я предлагаю вам 8000 рублей, но только за победную версию, которая скрывается вот в этом задании. 0948. Номер телефона программы для того героя, который уже готов назвать здесь победную версию. Я понимаю, что вам было дано мало времени на размышления, поэтому я вас ни в коем случае не тороплю. Но давайте договоримся о следующем. Пропускать мимо ушей очень важную информацию вы сейчас не будете. Ни на кого отвлекаться вы тоже не собираетесь, я надеюсь. Будете сейчас максимально внимательно и сконцентрированно искать то слово, которое здесь является победным. Так ищите его. Все только в ваших руках. Что касается моих полномочий, моих функций вот в этом задании, могу сразу вам сказать. Подсказывать я вам не имею никакого права, потому что у меня есть свои цели. Я могу вручать вам деньги, я могу ваши версии перепроверять, и я бы очень хотела в ближайшее мгновение выявить самого сообразительного, самого умного и того героя, который еще и вдобавок ко всему обладает быстротой реакции. Потому что найти слово и сидеть с этим словом молчать – это еще не победа. Вам необходимо обязательно совершить телефонный звонок. 0948. Именно эти четыре цифры отделяют вас от вашей победы. Эти четыре цифры, которые, заметьте, уже помогли стать богаче моей первой героине, которая заработала деньги в первом задании. Так вот, что происходит здесь? Здесь у нас, в принципе, аналогия почти такая же. Мы тоже ничего не составляем. Но мы уже используем не принцип змейки, а линии, которые здесь также прочерчены желтым цветом. Перемещаться можно и влево, и вправо, и по диагонали. Только так, и никак иначе. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте, алло. Алло. Алло, говорите. Это атом. Атом. Давайте посмотрим вместе. Ну, вижу букву А, вижу букву Т, но они, линии, к сожалению, не соединяются. Поэтому за слово «атом» я не могу вручить вам ни этих 8 тысяч, даже половина этой суммы я вам точно не вручу. Потому что я проверяю ваши знания, а они у вас точно есть. Просто, может быть, вам сейчас было лень их применить на практике, и вы просто так взяли, набрали 0948, оказались здесь, в прямом эфире. Я у вас спросила о вашем варианте, и вы тут же взяли что-то просто с потолка. Но любой составленный вариант, он точно победным являться не будет. У вас есть конкретные цели, вам необходимо воплощать эти цели в реальную жизнь. А сейчас у вас на экране эти 8 тысяч, и вам необходимо, взяв себя в руки, постараться найти победный вариант ответа вот в этом задании. Кстати, в головоломке есть повторные буквы, например, две буквы «К». Вы также можете в вашей версии использовать и одну букву «К», и другую букву «К». Но вот что-либо закольцовывать ни в коем случае нельзя. Какое слово вам удалось прочесть? Расскажите. Алло. Алло. По-моему, тема. Тема. Ну, читается ваша версия, конечно, но не за слово «тема» я предлагаю моему уже второму на сегодня победителю эти 8 тысяч рублей. Меня порадовала ваша версия тем, что вы ее действительно отыскали по всем правилам моего задания. Но, к сожалению, данный клубок настолько хитро запутан, что помимо победной версии здесь можно отыскать и другие посторонние варианты ответов. Ничего страшного сейчас не произошло. Вы назвали вариант, который читается по правилам, который читается грамотно здесь. И это означает, что вы уже осознали, как нужно двигаться по данному клубку. Точно так же, как вы отыскали слово «тема», попробуйте найти какой-то новый вариант ответа. Двигаясь то влево, то вправо, то по диагонали. Но, внимание, вверх и вниз двигаться ни в коем случае нельзя. Вы сейчас постарались уже, вы проявили свою активность. Я прошу вас, ни в коем случае не отчаивайтесь из-за того, что ваша версия оказалась непобедной. Но бывает и такое, да, действительно, что вот этот клубок настолько хитро и сложно здесь закручен, что помимо победной версии можно прочесть другие слова. Не нужно сейчас обижаться на меня, обижаться на себя, может быть. Вы действительно все сделали хорошо и идеально. Я вас пытаюсь сейчас поддержать, пытаюсь, опять же, направить в нужное русло, чтобы вы сумели в ближайшее мгновение назвать здесь свое найденное слово. Здравствуйте, какой вариант отыскали вы? Расскажите.
Алло, алло. Получилось слово «секта». Секта, нет. Это никакая не секта, и вот ничего негативного в моем слове точно нет. Смотрите внимательно. Вы вашу версию прежде всего составили, а с таким вариантом в прямой эфир можно было не врываться даже. Тому, кто найдет и назовет мне победный вариант ответа, я готова вручить 9000 рублей. Я иду вам навстречу. Я увеличиваю сумму вашего денежного вознаграждения. Но я бы тоже очень хотела, чтобы вы пошли навстречу своей победе. Что это означает? Означает, что правила нарушать ни в коем случае не нужно. Ведь вы сумели найти слово «тема», и вот эта версия является вашим ориентиром по этому заданию. Точно так же вам необходимо выбрать какую-то одну букву, сделать ее заглавной и только от нее уже шагать или влево, или вправо, или по диагонали. Но как вы свою секту здесь нашли, я просто не понимаю. С буквы «С» переместились на букву «Е», потом на букву «К», потом на букву «Т» и на букву «А». Буквально вот всего надергали по кусочкам, на что-то рассчитывали. Нет, пока что радоваться в этом задании почти нечему, кроме тому слова, которое вы прочли по всем правилам моего задания. Но эта версия, заметьте, не являлась победной. Продолжайте в том же духе. Я-то верю в ваши силы. И более того, я уверена, что слово, которое скрывается вот в этой красивой буквенной пирамиде, вам прекрасно знакомо. Так подумайте, о чем же здесь идет речь? За какое слово я предлагаю моему второму на сегодня победителю эти 9000 рублей? Я думаю, что сумма является отличной мотивацией, и ради этих денег вы сейчас готовы отложить на потом ваши другие дела, какие-либо посторонние разговоры, сначала выполнить мое задание, а потом уже, пожалуйста, дело ваше. Либо вы можете продолжить участие в моей программе и выполнять другие головоломки, или, может быть, вы себя ограничите данным заработком. Но я считаю, что совсем неплохо сегодня, в этот вторник, замечательный день, 13 октября, пополнить свой семейный бюджет на 9000 рублей. Я думаю, что вы со мной полностью согласны. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте. Алло. Алло. Я думаю, это комик. Комик. Ну, давайте посмотрим сейчас вместе внимательно. Вы дочитали до четвертой буквы. Молодец, конечно, но на букву «К» все-таки вы умудрились перескочить. Так дело не пойдет. Если вы рассчитывали, что вашу версию я зачту за победную, что вот этой маленькой ошибочки я не замечу, нет, вы ошибаетесь. Я всегда внимательно рассматриваю каждое ваше слово. И разбираю очень подробно каждый ваш переход. И если я вижу, что вы поменяли местами буквы, или, может быть, дорисовали какую-то новую линию вот здесь, какую-то дугу непонятную, я вынуждена была отправить вас подумать еще. И мое слово, оно другое. Оно все-таки читается от начала и до самого конца. Я, может быть, была бы рада вам как-то более явно подсказать, направить вас в нужное русло. Но, тем не менее, подумайте, чем сложнее задание, тем ниже уровень вашей конкуренции. И если сейчас, в эти мгновения, я буду вам как-то явно охарактеризовывать победный вариант ответа, то уровень вашей конкуренции резко возрастет. Но неужели вы этого хотите? Какое слово отыскали? Здравствуйте. Нет, версия не победная, но вы же ее составили. Посмотрите, вы сейчас прочитали первые две буквы, далее провели зачем-то вертикальную линию. Вертикали здесь нет, поэтому вот ваша версия не читается. Увы, я была опять же вынуждена развести руками и отправить вас подумать еще. Но вы ни в коем случае не отчаивайтесь, вы можете лучше. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что вы не раз уже доказывали мне, доказывали себе, что вы можете выполнять и такие задания. И задание еще высшей сложности. Поэтому поразмышляйте над тем, с какой еще буквы вы не начинали. В каком еще направлении, пока еще вы не двигались с буквы на букву. Может быть, есть такие моменты, которые пока еще вы не успели очень подробно рассмотреть. Наверняка сейчас я права. Наверняка есть какая-то одна составляющая в данном кубке, которую вы оставили без своего внимания. А зря, потому что здесь всего 10 букв. И я думаю, что пока еще вы не успели каждую из них рассмотреть. Хотя, может быть, и успели. Может быть, вообще вы уже отыскали победную версию, но вы сейчас чего-то ждете. А чего ждать? Я вас здесь жду. А время программы никого не ждет. Оно стремительно мчится вперед. И нам с вами сегодня необходимо выполнить, ну, я надеюсь, по меньшей мере, 5-6 заданий. Я думаю, что вы со мной полностью согласны, поэтому в эти мгновения вы будете более аккуратно шагать по данному заданию и добьетесь своего, несомненно, заработав эти 9000 рублей.
0948. Именно эти четыре цифры уже помогли стать богаче. Моей первой героине, которая шла вперед, старалась, действовала и добилась успеха. Что касается этого задания, я не спорю с тем, что вы стараетесь, вы активны, и иногда вы читаете ваш вариант ответа почти до самого конца. Но вот с четвертой на пятую букву или с первой на вторую букву вы все равно умудряетесь перескакивать. Мы никуда здесь не скачем. Не нужно никаких хаотичных перемещений совершать. У вас есть четкие желтые линии, и вот только по ним нужно двигаться плавно, аккуратно и осторожно. Или влево, или вправо, или по диагонали. Как только свою версию вы прочитали, пожалуйста, дважды, а лучше трижды убеждайтесь в том, что ваша версия найдена. Какое слово вам удалось прочесть? Расскажите. Алло. Алло. Алло, слово «мечта». «Мечта». Хорошее слово, конечно. Но, тем не менее, не за слово «мечта» я предлагаю вам эти деньги, потому что вашу версию вы собрали по кусочкам. Первые две буквы я нашла, далее вы зачем-то провели диагональ, точнее вертикаль. Посмотрите внимательно, с буквы «Е» на букву «Ч» линии у вас не было, а вы ее здесь взяли и придумали. Но я еще раз вам указала на то, что здесь не нужно дорисовывать новые составляющие, здесь и так всего хватает. Слово, по сути, оно уже написано здесь, на экране вашего телевизора. Вам необходимо постараться его найти. И самое сложное здесь – это выбрать какую-то одну букву из 10, которая будет являться заглавной буквой победного варианта ответа. И вот таким образом вам нужно протестировать буквально каждую составляющую данной пирамиды буквенной и от каждой пойти и влево, и вправо, и по диагонали. И если вы это уже сделали, то я просто не верю, что вы… Может быть, как-то не нашли победную версию. Вы наверняка нашли уже. Какое слово отыскали? Здравствуйте. Алло, девушка. Алло. Тесак. Так, тесак. Не читается ваша версия, увы. В любом случае, как бы вы сейчас ни начали, в каком направлении вы бы не шагали от буквы «Т», вы к букве «С» уже перескочили. Попробуйте еще. Попробуйте начать все с самого начала, и, может быть, тогда вы заработаете 9000 рублей. Я вижу ваши старания, и я понимаю, что сейчас вы проявляете активность, но вот, к сожалению, пока еще эта активность была не совсем по делу. Просто так набирать номер телефона программы 0948 на вашем мобильном, конечно же, не стоит. Только тогда, когда вы нашли слово, тогда, когда вы сами себя перепроверили, только тогда вам можно брать в руки мобильный телефон и набирать 0948. Тогда ваши действия здесь покажут свои результаты, и вы будете потом с огромным удовольствием пожинать плоды своих стараний, растрачивая данную сумму на свое удовольствие. Может быть, конечно, у вас уже есть какой-то план, на что бы вы потратили заработанные деньги. Здесь я уже вам точно не советчик. Но я могу еще раз повторить четко и ясно правила этого задания. Перед вами буквенный клубок. Вам необходимо сейчас выбрать какую-то одну составляющую из 10, сделать ее заглавной, и от этой буквы нужно перемещаться только в тех направлениях, на которые вам указывают данные желтые линии. Или влево, или вправо, или по диагонали. И не забывайте о том, что одно слово вы уже прочитали по всем правилам моего задания. Это слово «тема». Но ведь смогли же сделать все идеально, смогли найти какую-то версию, но вариант оказался непобедным. Так вот, я точно говорю вам о том, что в этом клубке есть еще какое-то слово, которое можно прочесть точно так же по этим линиям. Так читайте его. Почему вы сейчас, этот вечер вторника, не заработать 9000 рублей? Я думаю, что предложение замечательное, что вы сейчас уже себя всего полностью вовлекли в поиски победного варианта, а тот человек, который просто жаждет заработать деньги, он, конечно же, их заработает в любом случае. У вас есть конкретные цели, у вас есть сейчас конкретная задача. Слово нужно найти. Найти, двигаясь только по линиям желтого цвета. Какой вариант у вас? Здравствуйте, алло. Девушка. Здравствуйте. Слово «кома». Кома, нет. Ну, читается ваша версия, но я говорила, что вот ничего негативного, как и в слове «секта», в моем слове точно нет. Поэтому попробуйте найти новый вариант ответа. Ну, вы, конечно, постарались, с этим я не поспорю. Вы грамотно прочитали вариант ответа, но, тем не менее, версия оказалась непобедной. Попробуйте начать все с самого начала и уже в следующий раз найдите тот вариант, который точно будет являться победным. Старайтесь, меня это очень радует, конечно.
И, кстати, нам уже пора двигаться дальше, перемещаться к третьему заданию. Затем, когда мы выполним третью головоломку, я тогда уже смогу сделать выводы, что вы способны и с таким уровнем сложности справляться. Тогда я смогу вашему вниманию представить задание под номером 4 и так далее. В моем шоу все последовательно, поэтому сейчас вы выполняете более сложное задание, чем выполняли изначально. И, естественно, я предлагаю вам большую сумму. 9000 рублей заработает мой второй на сегодня победитель. Кто им станет? Может быть, им будете именно вы. Может быть, если вы медлите, тогда деньги заработает ваш сосед или просто ваш любой соперник. Но неужели вам этого хочется? Неужели вы готовы с каким-то абсолютно незнакомым человеком поделиться данной суммой? Здравствуйте, какое слово у вас? Расскажите. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, это слово «сачок». Сачок. Версия непобедная, потому что вы сейчас все-таки перемещались несколько раз не по правилам. И я не могу за слово «сачок» вам вручить эти 9000 рублей. Попробуйте начать с самого начала. Попробуйте сейчас рассмотреть под другим углом данную пирамиду. Может быть, с какой-то новой буквы начинайте. Но называть здесь собранные даже из двух слогов варианты больше ни в коем случае не стоит. Я, конечно, понимаю, что вы могли ошибаться в первом задании, могли ошибаться в самом начале, когда эта головоломка появилась здесь, на экране вашего телевизора. Но когда столько версий подробно было рассмотрено, я думаю, что вы уже сейчас готовы были всю эту информацию мотать на ус, воспринимать все происходящее на свой счет, исправлять свои ошибки или учиться на ошибках своих конкурентов. Неужели вы этого не сделали? Неужели до сих пор по ту сторону экрана, в нашей огромной стране, где проживают миллионы умнейших телезрителей, не появился хотя бы один герой, который бы нашел эту версию? Так найдите вы ее. Найдите победный вариант ответа по всем правилам моего задания, двигаясь только по желтым линиям, и станьте обладателем уже 9500 рублей. Я делаю шаг, опять же, вам навстречу. Я бы очень хотела, чтобы сейчас как можно скорее в моем шоу появился второй на сегодня победитель. 9500 рублей только за победную версию вот в этом задании. 10 букв на экране вашего телевизора. Есть повторные, не спорю с этим, 2 буквы «К». Но ведь все остальные здесь представлены в одном экземпляре. Не забывайте о том, что удваивать ничего не нужно. И если вы даже букву «К» используете дважды, то вам всегда необходимо двигаться только по новой линии, к новой букве соответственно. И без того сложный буквенный клубок мы ни в коем случае в еще большие узлы мы не завязываем. Мы пытаемся постепенно, плавно его распутать. Поэтому двигайтесь только по линиям или влево, или вправо, или по диагонали. Да и тем более, слово, которое здесь находится, я уверена, всем вам точно прекрасно знакомо. Так подумайте, о чем же идет речь в моем задании. 0948 – это короткий номер телефона прямого эфира. Я надеюсь, что вы уже набираете эти 4 цифры на вашем мобильном телефоне, чтобы иметь возможность рассказать мне о том, какое же слово вы отыскали, чтобы я вручила вам эти 9500 рублей. Я уже, в принципе, могу представить вашему вниманию мое третье задание. Но неужели вы хотите, чтобы я взяла и аннулировала эту головоломку? Нет, я так поступать, конечно же, не буду. Я уважаю ваши старания, и я уважаю то время, которое вы уже наверняка потратили на поиски победной версии в данном клубке. Я думаю, что делом чести будет довести начатое дело только до победного завершения. Так покажите мне, на что вы способны. С какой буквы начали вы? В каком направлении дальше вы перемещались? Буква, линия, буква, линия. Только такая последовательность должна была быть вами соблюдена от начала и до конца прочтения вашего варианта ответа. Если вы сейчас, может быть, как-то ошиблись, может быть, вы сейчас как-то перескочили с буквы на букву или провели случайно вертикальную линию, сразу вам скажу, что вертикали здесь быть ни в коем случае не может. А у вас они бывают, иногда проскакивают. Так вот, не нужно сейчас скакать никуда. У вас есть время на размышление, но заметьте, что мы уже отнимаем время от моего третьего задания. Нам пора идти дальше. Нам пора двигаться вперед, и, естественно, дальше будет только сложнее. Поэтому давайте уважать это время, которое для вас сейчас здесь выделено, чтобы вы пополняли свой семейный бюджет. 9500 рублей предлагаю именно вам.
И у меня в шоу сегодня был только один герой в первом задании, точнее, героиня. Она старалась и шла вперед. Здравствуйте. Какой вариант у вас? Здравствуйте. Это слово «аскет». Аскет. Ну, к сожалению, вашу версию здесь найти невозможно. Как бы вы ни начали, все равно вы ваш вариант до составили. А мне необходимо, чтобы вы двигались только по линиям. Всегда. От начала и до самого конца. 9,5 тысяч рублей. По-прежнему здесь, по-прежнему эта сумма украшает только экран вашего телевизора. Но заметьте, здесь ключевой момент – это то, что пока еще эта сумма здесь, в любое мгновение моего шоу, это задание может завершиться вашей победой. Даже если вы сегодня уже были в прямом эфире. Если вы сегодня уже ошибались, к сожалению, все равно вы можете исправиться и вновь ворваться в прямой эфир. Я вам этого не запрещаю. Наоборот, я буду рада тому, что вы сумели взять себя в руки, вы не отчаивались, а наоборот. Сейчас расскажите мне о том, какое слово вы прочитали от начала и до самого конца. Слово «тема» вы смогли найти, слово «кома» вы тоже смогли найти по всем правилам задания. Так почему же эти правила вы до сих пор еще не сумели применить на практике точно так же и не нашли именно победную версию? Я понимаю, может быть, вас сейчас кто-то отвлек в последний момент. Но вот чтобы стать моим вторым победителем, вам необходимо вообще от всего происходящего вокруг вас полностью абстрагироваться. Я думаю, что вы готовы это сделать, потому что речь идет о 9,5 тысячах рублей. Я думаю, что данная сумма уже заставила вас подойти поближе к экрану вашего телевизора и более внимательно вглядеться в данный буквенный клубок. Здесь есть буквы, есть линии и есть те направления, по которым вам необходимо двигаться. И вот нарушать эти условия ни в коем случае нельзя. Вот эти требования четкие и ясные, по которым я проверяю каждый ваш вариант ответа. И пока еще, к сожалению, здесь победная версия не прозвучала, увы. Вы стараетесь, я это вижу, конечно, но вот пока еще эта активность была не совсем по делу, я бы вот так сказала. Вы шагаете то три буквы правильно, потом одну букву вы представляете уже по вертикали или, может быть, через букву скачете. Здравствуйте, какое слово вам удалось найти, расскажите. Алло. Алло. Слово «кокос». Кокос? Нет, это не кокос. Но вы сейчас, по-моему, меня не услышали до конца и не осознали, что вам здесь необходимо все-таки идти вперед и ничего закольцовывать здесь не нужно. Вы шагали от буквы К к букве О, дальше обратно к букве К и все. И, в общем-то, вы закольцевали несколько букв подряд. Не нужно этого делать. И, может быть, вам, кстати говоря, показалось, что ваш вариант победный, что вы его прочитали. Но я-то всегда вас внимательно проверяю. И более того, я знаю победную версию. Я знаю, о чем здесь идет речь. Но вот вам давать явные характеристики победного варианта я, конечно же, не могу. У меня есть свои цели. Я готова вручить эти деньги умному, внимательному, сообразительному и целеустремленному телезрителю. Если вы себя таковым считаете, пожалуйста, не молчите. У вас есть на экране номер телефона прямого эфира 0948. Четыре цифры, которые отделяют вас от вашей же победы. Я считаю, что вы должны осознавать всегда, что победа – это не какое-то вот ежесекундное мгновение действия, да? Это результат ваших стараний. Вы должны осознавать, что вам нужно прийти к этой победе. Вам необходимо приложить свои усилия к поиску победного варианта и, уже отыскав какую-то версию, проверив себя, набрать номер телефона программы. Что делаете вы? Я понимаю, что сейчас вы немножко легкомысленно до сих пор еще и, может быть, до конца не поняли, как нужно здесь перемещаться. А двигаться нужно только по линиям желтого цвета. Ведь для вас специально эти линии выделены вот таким ярким цветом. Влево, вправо или по диагонали. Только так можно перемещаться в данном буквенном клубке. Если вы шагали именно так, если каждая последующая буква у вас примыкает к предыдущей с помощью данной линии, в чем вы сомневаетесь? Озвучьте свой вариант здесь и заработаете эти 9,5 тысяч рублей. Я буду очень рада вам эти деньги вручить, потому что я понимаю, вы старались, вы шли вперед, вы в конце концов время свое потратили. И вы достойны этого заработка. И я думаю, что вы со мной полностью согласны. Так не молчите же. Вы же понимаете, что сейчас вам необходимо идти вперед, что нужно сейчас пойти до конца, естественно, и поставить точку вот в этом задании. 0948. Четыре цифры, которые сейчас вам необходимо набрать на вашем мобильном телефоне.
Я сама вам, увы, позвонить не могу. Я не знаю, где вы сейчас находитесь. Я не знаю, чем вы занимаетесь в настоящий момент. А вы мои координаты всегда знаете. Они здесь, на экране у вас указаны. И слово вам знакомо уже. Поэтому думайте, пожалуйста, думайте над тем, с какой буквы здесь лучше всего начать. В каком направлении лучше всего шагать от первой буквы ко второй, от второй к третьей и так далее. Но прерывать ваше движение и скакать хаотично ни в коем случае нельзя. Или вы думаете, что в конце концов я уже опущу руки и за любой вариант вручу вам деньги? Нет, этого не произойдет. Либо вы заработаете данную сумму за победный вариант ответа, назвав его здесь, конечно же. Либо сейчас, я не знаю, сама назову победную версию и аннулирую это задание. Но я не люблю этого делать. Я не хочу сейчас аннулировать вот такую интересную головоломку, когда вы можете больше, вы можете сейчас завершить это задание своей победой. И я бы хотела вам вручить 9 500 рублей. Здравствуйте. Какой вариант вы нашли? Расскажите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слово «косметичка». «Косметичка» – это победный вариант ответа, конечно. Как вас зовут, скажите? Владимир. Владимир, откуда вы? Из Тамбова. Я поздравляю вас с победой в Тамбов. Владимиру отправились 9 500 рублей. Я с удовольствием перехожу к третьему заданию, которое уже появилось на вашем экране. Мы видим с вами буквенное табло, в котором я спрятала 3 слова. Тому, кто найдет хотя бы одно из них, я вручу 11 000 рублей. Но заметьте, это еще не все. За 2 победных варианта я предлагаю вам больше на 1000. И за все 3 победные версии предлагаю моему третьему на сегодня победителю на 2000 рублей больше к основной сумме вашего денежного вознаграждения. Я понимаю, что задание непростое, оно весьма объемное. И сейчас вам необходимо вспомнить мою первую головоломку. Там мы тоже шагали по принципу змейки. Поэтому здесь вам необходимо абстрагироваться, опять же, от правил моего второго задания. По диагонали мы уже ни в коем случае не шагаем. Здесь нет линий, но есть принцип змейки, который вам необходимо от начала и до конца применить, прочитав ваш победный вариант ответа. И я обращаю внимание, что мне все равно, с какой версии мы начнем отсчет ваших побед вот в этом буквенном табло. Называйте мне первое слово, второе, либо третье, неважно. Главное, чтобы мы не тратили попусту время на обсуждение каких-либо ваших ошибочных вариантов ответа. Нужно сразу собраться с мыслями, нужно внимательно рассмотреть данное табло, выбрать какую-то одну букву, сделать ее заглавной любого слова из 3 победных и от нее уже начать свой путь к победе, всегда двигаясь аккуратно, плавно и осознавая каждое свое последующее перемещение влево, вправо, вверх или вниз. Только так двигается змейка. Я понимаю, что сейчас вы могли растеряться, потому что здесь на экране вот такой огромный ассортимент букв. 30 штук. Но вот опять же обращаю внимание, что здесь есть и твердый знак, и буква «ы». И с этих букв начинать, конечно же, не нужно. Думаю, что такие простые вещи вы и сами понимаете. Но что касается других клеток, пожалуйста, стартуйте с любой буквально и от нее читайте хотя бы один победный вариант ответа. Кстати, что касается победных вариантов ответа, очень важная информация. Никаких коротких версий здесь звучать не должно. Все 3 победных варианта состоят из 9 букв. Поэтому сейчас, когда вы свою версию отыщете, вам необходимо внимательно все рассмотреть. Если ваш вариант все-таки вами прочитан от начала и до самого конца, считайте, сколько в нем букв. Если 9, браво, вы прочитали победный вариант ответа. И вам необходимо как можно скорее набирать уже знакомые 4 цифры. 0948, потому что именно этот номер телефона программы уже помог стать богаче. Моим первым 2 победителям, они старались, они шли к своей победе. И вы думаете, им было легко? Ну, конечно, нет. Они тоже сейчас какие-либо препятствия преодолевали и, тем не менее, стали богаче. Я же вам предлагаю как минимум 11 000 рублей за прочтение любого слова из 3 победных. Я напомню вам, что двигаться нужно только постепенно, последовательно и по принципу змейки. Влево, вправо, вверх или вниз. Согласна, что здесь есть огромный соблазн пойти по диагонали, из угла в угол клетки. Но вот этому искушению огромному прошу вас ни в коем случае не поддавайтесь, потому что
любая версия, которую вы сейчас, по-вашему, читаете по диагонали, она победной являться не будет. Читаем мы только по принципу змейки. Двигаясь то влево, то вправо, то вверх, то вниз. Диагонали быть не должно. Будьте внимательны, и, возможно, вы уже отыскали какое-то слово. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, ваша версия. Алло. Алло. Слово «плацкарта». Так, ну давайте посмотрим вместе. Я вижу какие-то части вашего варианта ответа, но, тем не менее, версию целиком прочесть невозможно. Какие-то кусочки, части вашего слова, они меня далеко не радуют. Но вы поторопились, честное слово. Вы просто попытались сейчас набрать номер телефона программы. У вас, конечно, это получилось, потому что телефонный звонок способен совершить каждый человек. Ну а что касается поиска хотя бы одного победного варианта из трех, здесь, я точно знаю, у вас будут возникать трудности. А как вы хотели? Если вы думали, что за какое-то суперлегкое задание я предложила бы вам вот такие деньги, нет, вы заблуждаетесь. Это задание сложное. Здесь 30 букв в данном табло, и мои слова запутаны совсем непросто. И просто в строчку или, может быть, столбик вы их не прочтете. Вам нужно всегда менять направление, может быть, через 2 буквы, может быть, через 3 буквы, может быть, через 4 буквы, но менять направление нужно грамотно. Только под прямым углом. Или влево шагать, или вправо, или вверх, или вниз. Какое слово нашли вы? Здравствуйте. 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 На мой взгляд, это новелла. Новелла. Так, ищем вместе, но опять же вижу, что буквы находятся рядом. Как раз-таки этот факт ввел вас в заблуждение. Вы подумали, что если буквы находятся в одной области данного табло, то версия ваша читается. Вы ошибаетесь. Я всегда очень внимательно проверяю все ваши варианты ответов. Я думаю, что вы это уже поняли из первых двух заданий. И что касается данной головоломки, она не исключение. Я тоже внимательно слежу за тем, как вы двигаетесь. Если вы шагаете хотя бы один раз по диагонали, увы, я вынуждена отправить вас подумать еще. Поэтому ничего здесь больше не выдумывайте. Не шагайте через буквы или через две буквы. У вас есть конкретный принцип змейки, который уже был вам знаком из моего первого задания. Ведь там смогли справиться? Ведь там все сделали идеально? Я не спорю. В первом задании были линии, здесь их уже нет. Но у вас была хорошая тренировка. Вы выполнили первое задание, выполнили второе задание. И теперь, я уверена, вы готовы хотя бы на 1/3 справиться с данным буквенным табло. Так справляйтесь с ним. У вас для этого есть абсолютно все. Во-первых, у вас есть само задание. Далее, у вас есть принцип змейки, которому вам сейчас необходимо полностью соответствовать. Далее, у вас, конечно же, есть все-таки ваши интеллектуальные способности. И вы можете сейчас направить всего себя в нужное русло, отыскать хотя бы одно слово, заработать эти 11 тысяч рублей, а далее уже дело ваше. Здравствуйте, какой вариант у вас? Алло, девушка, тут слово «панталоны». Панталоны. Но вижу какие-то части вашей версии. Вижу букву «П», букву «О», букву «Н». И все на этом. Дальше вы уже пошли скакать и перемещаться абсолютно не по принципу змейки. Ну, где вы берете новые правила? Почему здесь вы решили, что вам можно менять местами данные клетки? Этого делать по-прежнему ни в коем случае нельзя. Мы ничего здесь не составляем. Но подумайте сами. Из 30 букв можно составлять десятки тысяч разнообразных версий. Мы этим не занимаемся. У вас есть на экране четкие ясные правила. Здесь 3 слова. Найдите хотя бы одно из них. И отыскав одно любое слово из 3 победных, назвав его здесь, вы станете обладателем этой замечательной суммы в размере 11 тысяч рублей. Вам нужны деньги? Тогда вперед и только с улыбкой на лице. И не забывайте о моем уникальном предложении. Я предлагаю вам больше на 1000 за 2 слова и больше на 2000 за 3 победных варианта ответа. Кстати, тому, кто найдет и назовет мне хотя бы одно слово из 3, я готова вручить уже 12 500 рублей. Я сразу же на 1500 увеличила сумму вашего минимального денежного вознаграждения. Я понимаю, что это задание на данный момент самое сложное из всех тех, которые были сегодня вашему вниманию представлены. Но ведь это не означает, что вам сейчас необходимо просто сидеть и наблюдать за всем происходящим. Да нет, конечно, вы можете с ним разобраться. И причем я не требую от вас вот в одно мгновение найти все 3 победных варианта. Нет.
Вы для себя можете, как вам угодно, распределить нагрузку этого задания. Нашли одно слово, заявили о себе в программе, заработали 12 500. Далее вы уже будете воодушевлены своей победой, и вы осознаете, что вы способны на большее. Вы можете отыскать и другие версии. Отыскали еще одно слово, вновь набрали номер телефона прямого эфира, заработали вновь заветную сумму. И не забывайте о том, что таким образом вы заработаете еще больше денег, назвав мне поэтапно все три победных варианта ответа. Но решать каждому из вас. Вы сейчас творцы и создатели прямого эфира моей программы. И вы решаете, когда, в какой момент вам ворваться в прямой эфир. Может быть, вы уже набираете 0948 на вашем мобильном телефоне. Я готова принять ваш телефонный звонок, из какой бы точки нашей Родины вы бы мне не звонили, из какого сотового оператора. Все это мелочи, все это не важно. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте. Здравствуйте, я составила слово «аэроплан». А зачем вы его составили? Вы сейчас сами признали свои ошибки. Но где у вас здесь на экране написано, что слово нужно составлять? И если вы помните, буквально несколько мгновений назад я рассказала о том, что из 30 букв можно составлять очень много разнообразных вариантов ответов. И если бы в этом была суть задания, я бы, конечно, так вам и сказала. Я всегда на вашей стороне. Я пытаюсь до вас донести все правила этого задания в максимально подробной и комфортной форме. Поэтому еще раз внимательно рассмотрите данное табло и осознайте, что здесь нужно попробовать двигаться от каждой клетки и влево, и вправо, и вверх, и вниз. По диагонали мы не перемещаемся. В табло три длинных слова, и вам необходимо сейчас найти хотя бы одно из них, любое слово из трех, чтобы стать обладателем 12 500 рублей. Я думаю, что сумма более чем достойная за выполнение моего третьего на сегодня задания. Причем я надеюсь, что оно будет не последним. Есть еще и другие головоломки, они тоже увлекательные. Здравствуйте, слово или слова отыскали? Расскажите. Это точно эталон. Эталон. Ну, тут мне бы сейчас вашу уверенность, но тем не менее вижу, что ваш эталон был вами собран по частям. Нашла я некоторые буквы, вижу, что вы неоднократно скакали по диагонали, поэтому, ну, о чем может идти речь? Пока еще эта сумма остается здесь, в программе. Мои слова, они цельные, и их не нужно собирать по кусочкам. Здесь три буквы, там еще две буквы. Нет, так дело не пойдет. Вам необходимо сейчас перед собой поставить конкретную, четкую цель. Найти по принципу змейки хотя бы одно слово из трех. Далее вам необходимо себя перепроверить. И если все буквы плотно, клетка к клетке, примыкают друг к другу, только тогда уже можно пересчитывать, сколько же составляющих вы сейчас прошли. Если 9 букв в вашем варианте ответа, в чем вы сомневаетесь? Почему до сих пор еще ваша версия не прозвучала здесь в программе? 0948 – это короткий номер телефона прямого эфира. Эти 4 цифры, заметьте, уже помогли стать богаче моим первым двум победителям. Они старались. Они также перед собой ставили цели и их достигали. Кстати, мои два героя, я жду вас и в этом задании тоже. Может быть, у вас есть сейчас вот такой порыв зарабатывать деньги неоднократно. Пожалуйста, я против не буду. Я пытаюсь сейчас, конечно, вас направить в нужное русло, но, опять же, каким бы сложным ни было мое задание, явной помощи от меня не ждите. Я проверяю ваши знания. И я уверена в том, что вы на многое способны. Я предлагаю вам отличную сумму заработка. И я думаю, что когда у человека есть вполне серьезная цель, вполне реальная мотивация, которая вот здесь на экране вашего телевизора, то к этим целям всегда необходимо идти с гордо поднятой головой. А если вы сейчас просто сидите, ничего вообще не предпринимаете, ну на что вы рассчитываете? Неужели вы думаете о том, что победная версия, ну вот хотя бы одна из трех, волшебным образом появится в вашей голове? Нет, конечно, этого не будет. Либо вы заработаете данную сумму, либо кто-то из ваших конкурентов это сделает, я не сомневаюсь. 0948 – номер телефона прямого эфира. Это ваша простая дорога сюда, в программу, потому что я не прошу вас куда-то выходить из дома, куда-то бежать, писать мне письма – это слишком долго. Прямой эфир ограничен по времени. Поэтому вам необходимо сейчас сконцентрироваться, сейчас собраться с мыслями до конца, найти хотя бы одно слово из трех и заявить о себе, как о моем уже третьем на сегодня победителе. Но неужели вы в себе сомневаетесь? Неужели вы думаете, что вот в этом табло какие-то сложные, никому неизвестные слова? Нет.
Слова простые, обыкновенные, и они всем вам точно прекрасно знакомы. Но то, как их здесь необходимо найти, как они здесь прописаны, это уже вопрос непростой. Двигаться необходимо только под прямым углом. Или влево, или вправо, или вверх, или вниз. По диагонали мы ни в коем случае не шагаем. И вот пока мы с вами здесь беседовали, заметьте, время прямого эфира, оно очень быстро протекает. Какое слово нашли? Здравствуйте. Здравствуйте, слово ленточка. Ленточка, нет. Я вижу, что вы сейчас, может быть, как-то попытались ваш вариант найти, но все равно. Составлен ваша ленточка, составлен ваш вариант ответа. И вот, кстати, мои слова, они здесь в полной форме, поэтому какие-то суффиксы уменьшительно-ласкательные прошу вас не применять. Мои слова в полной форме. Ищите, ищите, двигаясь только по принципу змейки. Вправо, влево, вверх или вниз. Другого просто не дано. Если вы сейчас меняете местами данные буквы или думаете о том, что это просто какой-то буквенный набор, может быть, вы ошибаетесь. Это буквенное табло. И в этом табло уже прописано три длинных слова. И более того, вы даже знаете длину победных вариантов. Поэтому вы всегда можете сами себя проконтролировать. От первой до девятой клетки вам необходимо пройти под прямым углом. Перемещаясь то влево две клетки, то, может быть, потом одну вверх, потом одну вправо, две вниз и так далее. Решать вам, как двигаться, вам решать, когда о себе заявлять. Но я еще раз подчеркиваю, время прямого эфира имеет свои границы. И большая часть моей программы уже давным-давно осталась за нашими плечами. Тому, кто найдет и назовет мне хотя бы одно из трех слов, я готова вручить 14 тысяч рублей как минимум. Я сразу же вновь на 1500 увеличила сумму вашего минимального денежного вознаграждения. Какое слово вы отыскали? Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, это воронка. Нет, это не воронка. Я вижу часть вашего слова. Согласна. Буква «В» есть, буква «О». Дальше буква «Р» вроде бы тоже присутствует, но это уже не принцип змейки. Вы шагали неоднократно по диагонали. Я не понимаю, неужели вы думаете, что если время программы вот так быстро у нас с вами проходит, то я сейчас в какой-то момент возьму и приму вашу версию за победную, даже если она составлена? Нет, этого не произойдет. Я жду здесь победителя, жду здесь того героя, который назовет мне хотя бы одно слово из трех победных. Три слова, выбирайте любое. Зарабатывайте как минимум 14 тысяч рублей. За два слова предлагаю вам больше на 1000 рублей, а за три слова предлагаю вам больше на 2000 к основной сумме вашего денежного вознаграждения. Предложение просто великолепное, я считаю. И ради этой суммы стоит свои другие дела, другие заботы оставить на потом. Я думаю, что с ними всегда вы успеете справиться. Здравствуйте. Какой вариант вы отыскали? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь получается слово «напарник». Получается? Вот составить получается, а найти нет. А зачем вы сейчас составляете, шагая неоднократно и через буквы, и по диагонали, если здесь у вас есть конкретная задача – найти хотя бы одно слово из трех побед? Будьте внимательны. Вам сейчас необходимо собраться с мыслями и, может быть, как-то новым, свежим взглядом посмотреть на данное 30-буквенное табло. Если вы уже с каждой буквы попробовали пройтись во всех возможных направлениях, и у вас до сих пор ничего не получилось, то где-то все-таки вы заблудились. Где-то вы, возможно, пошли не в том направлении. Или, может быть, какую-то одну букву вы оставили без внимания. Зря. Здесь нужно испробовать каждую клетку. Ну, конечно, кроме буквы «И», кроме твердого знака. Думайте, думайте, с чего еще можно здесь начать свой путь к победе. Да вы можете, вы многое можете, просто сейчас вы ленитесь, я не знаю. Какое слово нашли? Здравствуйте, алло. Мне кажется, слово «аппарат». Аппарат. Давайте поищем вместе. Но с какой буквы «А» вы бы не начали? В любом случае, вы сейчас вашу версию досоставили. Я вижу четко и ясно, что вы не поняли правил моего задания. И, может быть, вы подумали о том, что ваша версия длинная, что вы сейчас составили какой-то вариант, который удовлетворяет длине победных версий. Но это не так. Это второстепенный момент о длине моих слов. Самое главное, ваша задача – найти по принципу змейки хотя бы одно слово из трех. Они все по-прежнему здесь. Не на шаг,
Мы никуда со стартовой точки пока еще не сдвинулись. Почему так происходит? Кто вас отвлекает? Или, может быть, сейчас ваша голова занята посторонними мыслями? Да вы еще все успеете, вы же понимаете. А вот мое задание, оно имеет свой срок действия. Я предлагаю вам 14 тысяч рублей. За два слова вы заработаете больше на 1000, а за три слова вы заработаете больше на 2000 рублей. Вы сами управляете своим денежным вознаграждением. Когда его заработать и сколько заработать денег в моем шоу? 0948. Именно эти четыре цифры отделяют вас от вашей победы. Четыре цифры, которые помогли стать богаче моим первым двум героям. Они ведь старались, они ведь сейчас перед собой ставили все новые и новые цели и ни в коем случае не сдавались. Они до конца шли к своей победе. Что касается этого задания, здесь мы буквально вот просто сели в лужу. И никуда пока еще мы не шагали. Ни влево, ни вправо. Я жду вас. Все три слова вам прекрасно знакомы. Слова простые, обыкновенные. И, конечно же, если бы они были какими-то замысловатыми, какими-то были бы терминами из энциклопедии, я бы никогда и ни за что вашему размышлению такое сложное задание не предоставила бы. Но слова простые, вот как они здесь запутаны, вот в этом у вас могут возникать какие-либо сомнения и сложности. Но ведь я предлагаю вам деньги. И, как говорится, нет невыполнимых целей, есть просто плохая мотивация. А у вас мотивация, я считаю, отличная. 14 тысяч как минимум я предлагаю моему третьему на сегодня победителю. И я уже сомневаюсь, что мы успеем перейти к моему четвертому заданию. Нам бы хотя бы с этим разобраться. Я хочу, чтобы здесь у меня были победители или хотя бы один герой. Какое слово или слова отыскали вы? Здравствуйте. Алло. Кооператив, по-моему. Версия непобедная, увы. Вы ее составили. Вот то, что ваш вариант длинный, меня это немножко порадовало, конечно. Но меня расстраивает то, что вы сейчас не поняли. Вам нужно искать слова, а не составлять их. И неважно сейчас, вот сколько букв вы прошлись. То по диагонали, то через букву. 9 или 10 букв вашей версии. Главное, чтобы ваш вариант сейчас был все-таки найден. Это очень важно. А только после этого вы уже считаете, сколько букв вашей версии. Если 9, прекрасно, ваша версия победная. Но если вы целенаправленно шагаете по диагонали, или просто вообще слишком легкомысленно отнеслись к правилам этого задания, вы ничего не заработаете. Я предлагаю вам 14 тысяч только за любую победную версию из трех. Поэтому сейчас нужно быть чуть более внимательным человеком. И давайте договоримся, что больше отвлекаться вы ни на что и ни на кого ни в коем случае не будете. Три слова по-прежнему в данном табло. Почему до сих пор вы даже на одну треть с ним не справились, я не знаю. Я лишь догадываюсь, какие-то строю свои предположения, но я точно знаю одно, что вы можете сейчас, взяв себя в руки, более внимательно посмотрев на данное табло, разобрав каждую букву с самого начала и подумав над тем, в каких направлениях можно было здесь двигаться, вы, конечно, сумеете разобраться хотя бы на одну треть с этим заданием. Вы сумеете это сделать. Поэтому сейчас не ленитесь. Не нужно искать себе оправдание в том, что вы уже попробовали, у вас не получилось с первого раза найти слово. Нет. Вы сможете сейчас исправить все свои ошибки, потому что я по-прежнему ни в коем случае не ограничиваю ваше появление и ваши победы здесь у меня в программе. Нашли версию, заявляйте о себе. Ошибались вы сегодня? Да неважно. Все люди ошибаются. Я даю вам возможность реабилитироваться в прямом эфире моей программы. Влево, вправо, вверх или вниз. Только так и никак иначе двигается ваша змейка. Ваша змейка не может шагать по диагонали, через букву. Это уже не змейка, вы же понимаете это. Так почему вы сейчас нарушаете правила этого задания? За нарушение денег я никому не вручу. А я бы хотела за вас порадоваться, я бы хотела вашему вниманию представить еще и мое четвертое задание. Но я уже говорила, что мы постепенно приближаемся к финалу моей программы. И этого времени больше точно не становится. Я предлагаю вам 14 тысяч рублей как минимум. За любое слово, напоминаю, любое слово из трех победных. За две версии вы заработаете больше на 1000. И если вашему взору откроются все три победных слова, то с огромной радостью вам я вручу на 2000 рублей больше к основной сумме вашего денежного вознаграждения.
Но почему сейчас в каком-то моменте вы начинаете вдруг сдаваться, начинаете шагать из буквы в букву по диагонали? Этого мы не делаем. И вот этому соблазну огромному шагать из угла в угол клетки мы не поддаемся. У вас есть сила характера, у вас есть сейчас конкретные цели. И этих целей нужно добиваться во что бы то ни стало. Но неужели вы готовы вот сейчас просто взять и кому-либо, какому-то вашему конкуренту, уступить эти деньги? Конечно же нет. Каждый человек хочет заработать как минимум 14 тысяч рублей. Деньги вообще никогда лишними не бывают. Тем более сегодня у нас с вами замечательный день. Сегодня 13 октября. Уже просто скоро наступит зима. Может быть, вам необходимо утеплиться, может быть, вам необходимо какие-то подарки вашим родным купить. Да не важно сейчас, на что конкретно вы тратите заработанные деньги. Важно, чтобы вы сейчас взяли себя в руки и во что бы то ни стало заработали эту сумму. А вот на что ее потратить, вы точно найдете. И в этом я не сомневаюсь. Влево, вправо, вверх, вниз. Но ни в коем случае не по диагонали. Только так может двигаться ваша змейка. И змейка сама себя в узлы не завязывает. А я уже наблюдала неоднократно, что в этом табло вы шагали дважды по одной и той же клетке. Сначала вы от нее ушли, потом вы к ней же опять и пришли. Так делать не нужно. Мы всегда двигаемся дальше, вперед. Буква за буквой, шаг за шагом. Плавно мы читаем хотя бы один победный вариант из трех. Все три победные версии вам точно прекрасно знакомы. И ждать от меня сейчас какой-то явной помощи совсем не нужно. У вас есть ваши знания, у вас есть ваши интеллектуальные способности. И в настоящий момент вы можете ваши знания конвертировать в денежный эквивалент. От прямого эфира вас отделяет только один обыкновенный телефонный звонок. 0948. Четыре цифры, которые уже помогли заработать деньги моим первым двум победителям. Что касается этого задания. Я сейчас просто в растерянности. Почему до сих пор в моем шоу не появился третий на сегодня победитель? Где вы? Вас здесь очень не хватает. Вы шагали только в четырех направлениях. Влево, вправо, вверх или вниз. Вы прочитали вашу версию от первой до девятой буквы. Вы точно все проверили. Тогда почему до сих пор еще вашу версию я не услышала здесь в программе? Потому что за любой победный вариант я предлагаю вам 14 тысяч рублей. Но неужели вы считаете, что эта награда какая-то плохая? Может быть, вы достойны большего, вы считаете? Я думаю, что эта сумма просто великолепна. Тем более, это минимум. За два слова, я повторю, предлагаю вам больше на 1000. И за все три победных варианта предлагаю вам больше на 2000 рублей. Да где же вы? Что сейчас вам мешает заявить о себе в программе? 0948. Четыре цифры, которые вам необходимо набрать на вашем мобильном телефоне. Тем более, что у вас уже было время найти хотя бы одно слово, себя перепроверить и ворваться в прямой эфир. Да, вы уже здесь. Слово или слова нашли? Говорите. Алло. Алло. О, веретено. Нет, это не веретено. Составлено ваше веретено. Какие-то, опять же, слоги я вижу, но за две буквы, за три буквы я не готова вручать вам деньги. Только за целиком найденную версию, заметьте, любую из трех, я предлагаю вам 14 тысяч рублей. Не нужно сейчас сидеть и новые правила выдумывать. Соберитесь, у нас не так много времени. Программа подходит к концу, и я рискую остаться без третьего на сегодня победителя. Я этого не хочу, у меня другие цели. Я бы хотела сегодня на позитивной, радостной ноте завершить прямой эфир своей программы. Тому, кто найдет и назовет мне хотя бы одно из трех победных слов. Я вручу 15 тысяч рублей. Я вручу вам 15 тысяч за любую версию. Вы только подумайте. Я сделала шаг вам навстречу. Я увеличила сумму вашего минимального денежного вознаграждения. За два слова я предлагаю вам больше на 1000. А за все три победных варианта я предлагаю вам больше на 2000 рублей. Но вы должны понимать, что программа уже заканчивается, и времени на ваши ошибки, а тем более на какие-то ваши сомнения, недопонимания между нами не остается. Правила всегда были на экране вашего телевизора. Поэтому я думаю, что после вот разбора всех ваших непонятных вариантов вы должны были осознать, что, нарушая правила, богаче вы точно не станете. Перескакивая хотя бы раз с клетки на клетку по диагонали, вы также сами себя отдаляете от вашей победы.
Так не в этом суть задания. Не нужно сейчас нарушать правила. Я их все равно не поменяю. Либо вы заработаете как минимум 15 тысяч, либо сейчас просто я возьму сама, назову все три победных варианта ответа, я их знаю, даже не сомневайтесь. Компьютер покажет на экране, как эти версии здесь скрывались, но в этом случае я, опять же, буду вынуждена аннулировать данную сумму. Я этого не хочу. Я хочу вас радовать сегодня. Какое слово или слова нашли вы? Говорите, алло. А, по-моему, слово «клоповник». Нет. Ну вот как-то вы сказали неуверенно. По-вашему, слово «клоповник». Вы себя, вижу, не проверили, потому что неоднократно вы шагали по диагонали. И вот «клоповник» — какое-то слово, если честно, оно не очень-то позитивное. Вот в моих словах точно нет никакого негатива. Они не противные, по крайней мере, это точно. 0948 — номер телефона прямого эфира. Эти четыре цифры отделяют вас от вашей победы, потому что я не сомневаюсь в том, что хотя бы одно слово из трех вы уже могли найти. У вас было время. Вы могли ошибаться в первом задании, могли там тренироваться, могли ошибаться, может быть, во втором задании. Там тоже тренировались вы. Но сейчас, когда на вашем экране вот такая сложная головоломка, вы также, конечно, могли первое время как-то посидеть, подумать, поразмышлять, но когда программа уже завершается, когда мне уже пора прощаться с вами, то больше на ошибки нет времени. Больше нет драгоценных моментов обсуждать все вот эти непонятные варианты ответа. Хватит. 15 тысяч рублей я предлагаю именно вам. 15 тысяч за любую версию из трех победных. За два слова больше на 1000, а за три победных варианта вы заработаете больше на 2000 рублей. Я не знаю, предложение просто великолепное. Какое слово отыскали? Здравствуйте. Слово «поплавок». Мимо. Версия непобедная, увы. И вот сейчас даже нет времени ваш поплавок разбирать по кускам и по частям, потому что вы его составили, опять же. Мои слова цельные, и вам нужно было это понять с самых первых мгновений, как только это задание появилось на вашем экране. Какое слово нашли? Здравствуйте, алло. Алло. Говорите. Слово «Наполеон». Нет. Наполеон. Ну, давайте посмотрим, как вы вашу версию нашли, якобы. Я вижу, что вы шагали неоднократно через букву, меняли местами данные клетки. Ну, кто вам сказал, что в этом задании можно менять местами данные буквы? Этого делать не нужно. И мы уже несколько раз обсудили, что если вы сейчас составляете вашу версию, то так можно, я не знаю, целые сутки напролет составлять разнообразные версии. Это не есть ваша цель. У вас была другая цель, другая задача – найти хотя бы одно слово из трех победных. И почему-то они по-прежнему здесь, в данном табло. Вот в том, что слова простые, в этом я не сомневаюсь. А в том, что они сложно здесь скрываются, что они здесь прописаны по принципу змейки, опять же, ну, в этом я тоже уверена. И вам сейчас было нелегко их найти, но у вас было время, чтобы отыскать хотя бы один победный вариант из трех. И почему до сих пор вы этого не сделали? Или, может быть, вы нашли слово, но сейчас вы чего-то ждете? А чего ждать? Совсем скоро мне просто придется попрощаться с вами. И при этом я сама назову победные версии, и в этом случае я аннулирую сумму вашего заработка. Меня это очень сильно расстроит. Я ценю время, я ценю ваше время, ценю время прямого эфира. И это была ваша возможность, и она пока еще у вас есть, пополнить свой бюджет, не выходя из собственной квартиры. Так пополните его, пока еще эта возможность есть на экране вашего телевизора. Пока табло на экране, пока на экране сумма вашего заработка, вы успеваете взять в руки ваш мобильный телефон и набрать 0948. Потому что именно эти цифры сейчас отделяют вас от вашего заработка. Здравствуйте, ваш вариант. Здравствуйте, я думаю, это канарейка. Вы не проверили себя, к сожалению. Ваша канарейка составлена, а мои слова не читаются. И мои слова не девятибуквенные, поэтому бессмысленно пытаться сейчас составлять разнообразные слова. Канарейка, вот другие варианты, которые вы уже озвучивали. Что вы еще придумаете сейчас? Да мои слова не другие. Вам нужно было сейчас все-таки, взяв себя в руки, внимательно рассмотреть каждую клетку данного табло. Я понимаю, что глаза разбегаются, разнообразие огромнейшее. Но из этого ассортимента букв вам нужно было выбрать какую-то одну. И от этой буквы нужно было шагать или влево, или вправо, или вверх, или вниз. Все, другого просто было не дано. И я
всегда старалась для вас очень подробно рассмотреть все ваши версии, чтобы вы в следующий раз уже осознавали. Вот так делать не нужно, потому что плохой пример – это тоже пример. И вы могли всю информацию, здесь сказанную мной, мотать на ус, воспринимать все на свой счет и исправлять свои же ошибки или учиться на ошибках своих конкурентов. Мы в финале программы. Все, мне пора завершать прямой эфир. И если я сейчас подведу итоги шоу, то мне просто очень обидно, что в моей программе сегодня было только два победителя. Вы можете больше. Это не серьезно. Ну как же так? Это буквенное табло. Оно сложное. Я согласна с вами полностью. Но у вас было время, были те мгновения, которые нужно было тратить с пользой. С пользой для вашего семейного бюджета. Я думаю, что 15 тысяч – очень даже хорошее вознаграждение, причем это минимум. За два слова предлагаю вам больше на 1000 рублей, а за три победных варианта предлагаю вам больше на 2000 к основной сумме вашего денежного вознаграждения. Где вы? Где сейчас вы заблудились? Почему до сих пор еще вы не набрали на вашем мобильном 0948? Я ведь вас здесь жду. Я как могу просто тяну время, чтобы не прощаться с вами, чтобы вас здесь услышать, успеть. Здесь три слова. По-прежнему данное табло содержит три победных варианта ответа. И по-прежнему никто еще ни одно слово мне здесь не озвучил. Почему так происходит? Но неужели все люди по ту сторону экрана опустили руки? Ну не может такого быть. Я обращаюсь к вам. Наверняка у вас есть какая-то одна версия. Так почему бы вам сейчас не взять в руки мобильный телефон и не набрать 0948, чтобы успеть заработать деньги? Какое слово или слова отыскали вы? Здравствуйте. Моя версия — червонец. Нет, это не червонец. Такого слова здесь нет просто. Вот и все. Увы, версия ваша не победная, потому что надерганная, составленная, червонец. Я вот даже вижу, да, какие-то части вашей версии. Но даже сразу же от буквы «Ч» вы перемещались не по правилам. К чему это все? Ну неужели вы сейчас считаете, что я уже отчаялась, я уже вот в грусти, в печали вручу любому, кто ворвется в прямой эфир, данную сумму? Нет, этого не произойдет. Мне, конечно, очень обидно, что это время мы потратили впустую. Но деньги я по-прежнему вам предлагаю только за любой победный вариант из трех. Их здесь по-прежнему три. Ни больше, ни меньше. И у вас был выбор, какое слово найти. Может быть, первое, может быть, второе, может быть, третье. Возможно, вы отыскали две, либо три версии. Тогда тем более не молчите. Чего вы сейчас ждете? Это финал моего шоу. Это последнее мгновение моей программы. Все. Я не могу вас ждать еще, я не знаю, сутки напролет. Нет. Или сейчас вы зарабатываете данную сумму, или я аннулирую 15 тысяч рублей. Не позвольте мне этого сделать. Не позвольте мне сейчас аннулировать такие серьезные деньги. Потому что вы можете пока еще их заработать. Какое слово вы отыскали? Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вот и слово «коловорот». Нет. Что вы выдумываете? Таких слов здесь нет. Мои слова простые, обыкновенные, они всем вам точно прекрасно знакомы. Но я не могла вам давать более подробную информацию о победных версиях, потому что я уважаю ваши старания. И я знаю, что вы сами могли справиться с данным заданием. И пока еще можете успеть назвать здесь свой хотя бы один победный вариант ответа. А может быть и больше. Я могу принять ваш телефонный звонок. Пока еще вы успеваете набрать 0948. Четыре цифры, которые находятся здесь, на экране вашего телевизора. Это ваша прямая, короткая дорога в эфир моего шоу. 15 тысяч рублей. Только понимаете вообще, какую сумму сейчас я аннулирую? Пока еще вы способны повлиять на ситуацию в прямом эфире. Я не способна этого сделать. Я не могу вам сама позвонить по-прежнему. А вы мне можете. Три слова, которые вам прекрасно знакомы. Поэтому вот сейчас я не понимаю, почему вы не смогли их прочесть, когда у вас было время. Вы могли ошибаться, вы могли сейчас со мной беседовать неоднократно, в принципе. Но после беседы со мной нужно было сделать выводы. Я всегда старалась очень внимательно все ваши переходы здесь проследить. Я указывала вам на все те моменты, где вы были невнимательны. И вы могли сейчас, просто взяв себя в руки, реабилитироваться здесь у меня в программе.
И почему до сих пор вы этого не сделали? Ну, я просто в недоумении. Почему сейчас вот такая ситуация в завершении прямого эфира? Мне пора прощаться с вами, уважаемые телезрители. Мне пора покидать студию. Но я не опускаю руки. Я возлагала и возлагаю на вас огромнейшие надежды. Если у вас есть версия, которую вы нашли от начала и до самого конца, в вашем варианте ровно 9 букв, вы успеваете взять в руки мобильный телефон и набрать 0948. Вашу версию я успеваю здесь выслушать. И если вариант победный, я с огромным удовольствием вам вручу эти 15 тысяч. И, конечно же, завершим прямой эфир на приятной ноте. Какое слово нашли? Алло. Здравствуйте, я нашел слово «наволочка». Есть такое слово в данном табло. Вы отыскали один победный вариант из трех. Как зовут вас, скажите? Виктор. Виктор, очень приятно. А откуда вы позвонили? Набережные Челны. Виктор, я поздравляю вас с победой. В Набережные Челны отправляются 15 тысяч рублей. Другие варианты мы найти не успели, но ничего страшного. В моем шоу сегодня было три победителя. А вам я желаю всего доброго. До новых встреч в эфире.